Эй, йоу, это прослушка на Туманье. Недавно я прочел интервью на The Flow, и артист упомянул там про альбом «8 букв». Я решил покопаться и нашел его. Давайте слушать, мне интересно, что он делал раньше. Запомни меня. Альбом, кстати, я нашел на SoundCloud. Ссылочку размещу под видео. Если кто не в курсе, может, есть такие же, как и я. Качает. Шикарный флоу, да, у чувака вообще? Даже тогда. Интересно, сколько лет уже этому всему? Кстати, почитайте интервью, если не читали. Он как раз там говорит, откуда у него этот никнейм появился. Тумани. И потом присоединился Ял. Ну, слушайте, неплохо. Трек такой лайтовый, качает так. Как для первого трека, в принципе, вообще, ну, для начала альбома. Заражен саундом. Тут такое рага тоже есть. Ну, как записано, это рага андеграунд. Так-то неплохо все. Почему этот альбом где-то затерян в SoundCloud? Ну, слышно, конечно, грязно немного. Но это даже как-то больше плюс, наверное. Ну, все-таки на граунде. Термоядерный. Переходим к третьему треку. Dirty sound, видите, что он сказал? Грязный звук. Термоядерный звук, моя сила, крошки винила, образовали фундамент нас, и пятая стихия, что неукротимо заставляет двигаться, украшая красками серость мегаполиса. Шикарный флоу у парнишки, конечно. Но что-то как будто они быстро так кончаются все. Кислород. Как бы не было трудно, но надо затаить дыхание, превращая крик безумца в мудрое молчание. Нам не хватает кислорода, и на острие ножа мы вспоминаем, как пахнет свобода, когда душа сгорает дотла. Нам не хватает кислорода, и на острие ножа мы вспоминаем, как пахнет свобода, когда душа сгорает дотла. Такой олдскульчик. Когда душа сгорает дотла. Ну, неплохой, неплохо. Неплохой трек. Нам не хватает кислорода. Лайк. Правда на черных листах. Прикольно. Я микрофон чека, в руку граната летит чека. На пол свой формат царапал на компакт. Знай, как налаживается прямой контакт путем выделения киловатт. Ты ракотовый солдат. Ну слушайте, вообще опасный парнишка. Если так послушать. Круто. Подняться туда. Что-то мотивирующее. Ну, тут больше, конечно, олдскульчика прям. Интересно. Welcome to the jungle. Добро пожаловать в джунгли. Интересно, какой год это?
В этих джунглях монолитных несложно запутать мигом. Пространство цитань дига, и в нем каждый второй киборг. Фибры души в режиме фибра, инстинкты выработаны. С ума сойти. Ну и последний трек, пусть. Ну, кстати, на SoundCloud оставил этот альбом, а говорит то, что везде пусть вроде как поудалял. Поставить черный квадрат на панели таймингов, не торопясь события, познать всю сущность бытия, не быть зависимым от слов и делать так, как хочешь, сам надеть на голову капюшон. На небе. Если, конечно, это его страничка. Ответить сразу ударом в кадык. Сколько еще шакалов точит в стороне свой гнилый бык. Сорви ярлык с того, что ты считаешь дорогим себе. Цени того, кто бродит рядом, а не воротит в нужный момент. Ну что ж, в принципе, я оказался, послушав этот альбом, я оказался в каком-то прошлом. Все благодаря такому олдскульному звучанию, хип-хопчику. И это все забавно смешано с рагой. Звучит неплохо, в принципе. Где-то он, по-моему, в том же интервью сказал то, что, возможно, он это все как-то перезапишет, возродит заново. Посмотрим. Вот есть мысль перезаписать его, как-то внедрить в новый материал. Будет неплохо, я думаю. Лайк, если вам понравилось это видео. Пишите комментарии. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Всем пока. Check it out.